А в Эрмейре сохранилось лишь несколько скудных архивных записей. Однако, используя поручительство нотариусов, долговые расписки, завещания и другие документы, исследователям удалось восстановить довольно полную картину жизни художника. В книге регистрации крещений церкви Невеакерк города Делфта 31 октября 1632 года была сделана запись. Младенец Янис, отец Рейнир Янсен, мать Тангнум Балтазарс. Таково первое свидетельство о рождении Яна Вермеера Делфтского, в будущем прославленного на века художника. Вермеер родился в зажиточной семье портного. Об их достатке свидетельствует тот факт, что дом родителей Яна находился на главной площади Делфта. О детстве и юности живописца ничего не известно. Первые данные о нем, помимо отметки о крещении, относятся ко времени, когда Ян был уже в сознательном возрасте. Это запись о венчании Вермеера с Катариной Болнес, которая датируется 21 апреля 1653 года. В настоящее время с точностью не установлено, кто является учителем Вермеера, но несмотря на это можно с уверенностью сказать, что большое влияние на становление его творчества оказал голландский художник Карел Фабрициус, также живший и работавший в Делфте. Наставником же Фабрициуса являлся Рембрандт Харменс ван Рейн, с именем которого связана целая эпоха в искусстве. Кроме того, есть основания полагать, что с живописцами, чья манера близка его собственной, мастер был знаком лично. Речь идет о Яне Стене, Питере де Хохе, жившем в Делфте с 1684, а также о Герарде Терборхе, с которым Вермеер заключил совместный договор в 1653. Также о жизни живописца известно, что в 1662-71 он значился деканом гильдии делфских художников. Последняя запись, относящаяся к имени гения, была сделана во второй из двух самых больших церквей города Делфта, в котором прошла вся его жизнь – Аудекерк. Она свидетельствует, что великий голландец похоронен здесь же, 15 декабря 1675 года. Чтобы лучше понимать суть творчества Вермеера, необходимо знать, что жизнь художника и жизнь его соотечественников, привыкших нелегким трудом добывать свой хлеб, уважать себя и не быть безучастным к происходящему в мире, состояла из простых, но важных моментов, лишенных пафосного звучания, будь то долг перед отчизной или забота о доме. Художников всех направлений, в том числе и Вермеера, волновало воздействие света на предмет. Большое значение для воплощения небывалых доселе задач в изобразительном искусстве получила попытка передачи тона и фактуры предметов при разном характере освещенности. Учитывалось воздействие на них и окружающее их пространство солнечного, лунного или искусственного света. Зрительное ощущение материальности окружающего мира, появившееся в картинах голландских живописцев того времени, захватывающе откровенно. Яна Вермеера называют мастером света. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящуюся чистыми яркими красками драгоценности. В двух ранних картинах мастера на библейскую и мифологическую темы «Христос в доме Марии, Марфы и Дианы со спутницами» вымышленный интерьер и пейзаж. Расположение фигур удает следование итальянской ренессансной традиции, а вот свет в изображении распределен, очевидно, в традиции караваджистов.
Так в русле привычных тем уже появлялись признаки иного понимания роли освещения в изображении. Для полотен кавараджизма характерен яркий направленный свет трепетной свечи, отбрасывающий контрастные тени. Пример тому произведение «Христос в доме Марии и Марфы», в котором представлена известная евангельская история о том, как Христос, ставя погруженную в житейские заботы Марфи в пример Марию, внимающую ее словам о божественных истинах, сказал: «Марфу, Марфу, печешися и молыща о мнозе, един уже есть на потребу, Мария же благую часть избра». Не составляет особого труда понять, кто есть кто на полотне. Христос смотрит на Марфу, жестом указывая на Марию. Эта работа с библейским сюжетом сильно выбивается из основного ряда произведений Вермеера. Не только содержанием. Резкие развороты фигур, теплые жгучие рефлексы в тенях от белых тканей на коже рук. И самое главное – свет, выхватывающий из темноты детали. Все свидетельствует в пользу усвоения живописцем уроков кавараджизма. О его авторстве говорит подпись на скамеечке, на которой сидит Мария. Существует версия, гипотетически объясняющая выбор, нехарактерные для художника темы. Он писал картину на заказ. Тщательное изучение живописной фактуры полотен Вермеера ставит перед исследователем множество загадок. Дело в том, что в натюрмортах, часто включаемых им в интерьер, применялся способ наложения мазка, не свойственный ни одному из его современников. Для чего художник писал мелкими точечными ударами кисти, настолько мелкими, что их можно различить, только находясь очень близко к картине. Практически не играя никакой заметной роли на расстоянии, манера Вермеера никак не объяснима с художественной точки зрения. Например, так называемые пуантилисты в конце XIX века, используя такой же прием, только более откровенно, стремились добиться зрительного оптического смешения точек открытых цветов в оттенки. Но точки Вермеера слишком малы, чтобы зритель мог озадачиться такой постановкой проблемы. Они сливаются в единую массу на расстоянии, необходимом для обзора картины так же, как сливаются буквы, если расположить текст слишком далеко от глаз. Несколько в большей степени заметны будущие живописные пристрастия мастера в мифологической композиции «Диана со спутницами», работе его раннего творчества. Сцена освещена любимым Вермеером мягким сумеречным светом, окутывающим прекрасных женщин с изящно собранными на затылке волосами. Уже здесь проявился интерес художника к изображению складок, однотонных рукавов и юбок. Тема разгула, пьянства и веселья характерна для Вермеера, атрибутировать которой помогла его особенная манера. Вполне возможно, художник опасался подделок и надеялся, что даже используя его сюжеты, воспроизвести метод не сможет никто. Если мастер действительно боялся, что кто-нибудь будет прикрываться его именем в стремлении обогатиться, он не ошибся. История знает множество примеров, когда картины на близкие ему темы писали другие люди, выдавая свои произведения за шедевры гения. Сюжет, который Вермеер избрал для картины «У сводни», не был нов в искусстве того времени. В пользу того, что мастер, безусловно, был знаком с этой темой, свидетельствует тот точно установленный факт, что в доме Марии Тинс, где жил художник с семьей, имелось полотно утрехтского кавараджиста Дирка ван Бабюрена «Сводня». Его, кстати, Вермеер изобразил в своих произведениях «Концерт» и «Девушка, сидящая за вирджиналом». Однако, например, в отличие от работы «Христос в доме Марии и Марфы», в картине «У сводни» общая художественная выразительность достигнута без использования кавараджистского светового приема, а с помощью более характерных для творчества Вермеера ярких локальных световых пятен.
Хотя название произведения напрямую связано с изображаемым на нем действием, главная героиня скрыта тенью на втором плане. Женщинам с такой профессией в жизни отводился второй план. Чтобы четко понимать смысл происходящего, нужно разделять слова «сваха» и «сводня». Если первая сходила жениха с невестой, то вторая – кавалера с замужней дамой. В связи с тем, что проводить свидание не всегда было удобно в установленном помещении, они могли происходить в разных местах, в том числе и в доме отсутствующего благоверного. Иногда преступные встречи устраивались не без ведома мужей, чьи жены таким образом приносили доход обедневшей семье. Возможно, именно такая супруга изображена на картине, с протянутой рукой, на которую мужчина опускает монету. В левой руке у нее полный бокал, такой же обычно держат женщины, готовные на греховную связь в других работах Вермеера. Гертлские жанристы иногда зрительно увеличивали пространство небольших помещений в полотнах, изображая соседнюю комнату, видимую сквозь приоткрытую дверь. Питер де Хох, например, настолько преуспел в этом, что таким образом показывал целые анфилады и даже последний дверной проем с открывающейся за ним улицей. Прием расширения пространства включен в работу «Спящая молодая женщина». Из приоткрытой двери в полутемную комнату льется тусклый свет. Доподлинно известно, что, создавая свои шедевры, Вермеер использовал камеру обскуру, полностью закрытый ящик, из единственного отверстия которого открывается вид, похожий на вид из объектива фотоаппарата начала 20 века. Через окошко камеры обскуры действительно спроецировалось именно с такими бликами, какие видны на полотнах живописца, и в частности на картине «Спящая молодая женщина». Интересно, что натюрморт с фруктами на блюде, стоящем на складках тяжелого ковра, повторяется и на других холстах мастера. По сравнению со своими современниками, Вермеер почти всегда более сдержан в оценках героев. Спящая женщина в голландском искусстве символизирует леность, но в данном случае нет никаких деталей, подыгрывающих такой трактовке. Тем самым художник обращает на это внимание зрителя в меньшей степени, чем, к примеру, Николас Маас в его нерадивой служанке, заснувшей перед рассыпанной на полу посудой. Свет на сдерживаемые условностями сценариев мифологических и библейских композиций властвовал в картинах голландцев. Голландские художники 17 века в своих полотнах играют множеством его качеств. Он то яркий, то приглушенный, тусклый. Он может быть обжигающим, слепящим, выхватывающим предметы из темноты, а может рассеянным, обволакивающим все мягкой пеленой. Свет стал первостепенно значимым для мастеров кисти. Популяризация науки изменила понимание видимого мира, побудила особую зрительную чувствительность к формам и фактуре предметов в живописных натюрмортах и интерьерных сценах. В натюрморте свет моделирует объемы фруктов, ваз, цветов и бокалов. Фактура небрежно свисающих складок скатерти и ковров смешивается с бархатистой и блестящей кожицей персиков и винограда. Недаром в Нидерландах возникло свое национальное обозначение нового жанра натюрморта – тихая замершая жизнь. В бытовых сюжетах фактура шелка платьев, звенящая на холоде твердых гладких плиток пола, вступает в резонанс с теплым деревом потолочных балок и оконных рам. В картине «Читающая письмо девушка у окна» автор впервые воспроизвел игру света и тени. Удачно найденный здесь композиционный прием он потом будет использовать из раза в раз, изображая героиню лицом к окну, из которого свет попадает в комнату.
Самая светлая часть помещения находится немного поодаль от окна, потому что открытая створка и портьера образуют тени. Таким образом, лицо девушки с той стороны, с какой смотрит на нее зритель, находится на фоне темной стены, но само при этом освещено. Задняя же часть фигуры в тени, хотя стена за ней на свету. Декоративная игра тоновых пятен создает эффект шахматной доски. Тень стены соприкасается с освещенным лицом и грудью и руками девушки, а спина героини, находящаяся в тени, в свою очередь вырисовывается на фоне светлой части той же стены. Так же, как и в спящую молодую женщину, Вермеер включил сюда натюрморт с фруктами, живописно поднятый крупными складками ковра с одной стороны. Девушка, читающая письмо у окна, одна из самых загадочных и трогательных картин Вермеера. Мастер долго шел к ее точному выразительному решению, что подтверждают рентгенограммы. На них видны многочисленные переделки. Например, он убрал из интерьера холст, дополнительный элемент, который разбавлял бы остроту напряженности мысли читающей девушки. В произведениях Вермеера стены комнат часто украшают карты. Голландия в тот момент стала истинной морской державой, и, естественно, они там активно издавались. А недавно открытый нетрудоемкий способ печати «Афорт» способствовал развитию индустрии сухопутных и навигационных карт. Однако их количество в картинах мастера не так уж велико. Во-первых, потому что самих полотен Вермеера немного, а во-вторых, некоторые карты повторяются из работы в работу. Просто из-за размытого рисунка заднего плана и разного колорита холстов не слишком пытливый зритель одну и ту же карту примет за разные. На героине произведения «Офицер и смеющаяся девушка» тоже желтое платье с полосками, что и на модели с предыдущего полотна. Девушка, читающая письмо у окна, тот же плотно широкий поднятый лиф, та же белая рубашка или платок, закрывающий плечи и грудь дамы. Вполне вероятно, и женщина та же. Только теперь она не одна, а с гостем, поэтому на голове у нее скромный чепец. На стене висит карта. Может быть, автор намекает, что особо интересуют подвиги кавалера? Он рассказывает ей о своих путешествиях, а она, улыбаясь, с интересом слушает. Ведь совершить путешествие, особенно по морю и далеким странам, в то время действительно считалось настоящим подвигом, потому что неизведанные морские пути и земли таили множество опасностей. Сюжеты милых разговоров дам с кавалерами, когда зритель будто находится рядом, наблюдая за происходящим и за спин героев, известный и у Питера де Хоха. Однако в картине Вермеера больше выразительных обобщений, появившихся благодаря игре светотеневых контрастов и подчеркнутой разномасштабности фигур. Ритмы и пятна теней оконной рамы, огромной шляпы и локтя мужчины словно обрамляют освещенное светом из окна лицо смеющейся девушки, привлекая к нему взгляд зрителя. Не вызывает сомнений своей жанровой принадлежности картина «Вид Делфта», на которой изображен красивый панорамный вид города с воды. Из широкого канала или устья реки вырастают городские стены. Водные артерии для голландских поселений имели первостепенное значение, так как являлись транспортными путями, способствовавшими процветанию страны.
В работе можно рассмотреть арки, порубленные сквозь стены, через которые корабли с грузами заходили прямо в Делфт. На верхних этажах жилых домов, стоящих непосредственно у воды, голландцы устраивали склады для того, чтобы доставляемые товары не только переправлялись по воде, но и с воды поднимались по тросам в домашние хранилища. Композиция молочницы снова заставляет зрителя проследить за игрой светотени на стене и фигуре девушки. С особой четкостью кисть мастера передает чередование освещенных выпуклостей и углубленных впадин на складках отвернутого чепца. Очень важно, надет ли на героине чепец или нет, раскрытые или отвернутые его поля. Головной убор служил не только признаком скромности девушки. Он также был необходим во время выполнения хозяйственных работ. Однако спущенные поля могли мешать, и в таком случае, как представлено на полотне, они загибались. Интересно сравнить комнату, изображенную в этом произведении, с помещением в работе девушка, читающая письмо у окна. При взгляде на последнюю, зритель чувствует некоторую напряженность из-за того, что не наблюдает пределов комнаты, образуемых углами. Здесь же виден пол, соприкасающийся с плитками, которые окаймляют нижнюю часть стены. Обычные исследователи, желая найти замаскированную интригу в полотнах голландских жанристов, особое внимание обращают на предметы интерьера. Интерпретируют их с точки зрения аллегорических значений, указанных в книгах эмблем того времени. Однако совершенно не обязательно так глубоко копать. Костюм, к примеру, скажет очень многое о личности изображенной дамы. Это в нынешнее время цвет и степень открытости одежды не являются показателями принадлежности ее владельца к тому или иному социальному слою и почти никогда не раскрывает рот его деятельности. Поэтому сложно понять, какую роль играют мелкие отличия платьев героинь Вермеера. Но стоит только задаться целью, и многое станет ясно. Большинство дам с холстов мастера носят чепец, закрывающий голову, и одежду неброских цветов. Мужчине 17 века нужно было иметь сверхавантюрный склад характера, чтобы посметь увлечься такой девушкой несерьезно. Но наряды героинь на картинах «Бокал вина» и «Дама и два кавалера» не назовешь скромными. Они в привлекательных платьях красного цвета с блестками. На одной из них даже нет чепца. У особо изящная прическа с яркими лентами. Еще одна немаловажная деталь – «Бокал вина». Такой же держит в руке дама с полотна у сводни. Отмеченные нюансы очень характерные. Они демонстрируют зрителю ветренность девушек и то, что мужчина рядом с ними может легко их соблазнить. Другое дело картина «Прерванный урок музыки». Зритель снова становится свидетелем вполне пристойной сцены. Закрытая одежда и чепец девушки не отвлекают ничем несоблазняемого мужчину от нот. Холодный, льющий по комнату свет, выхватывает из темноты спинку небрежно отодвинутого стула. Заставляет играть бликами лаковую поверхность музыкального инструмента, лежащего на столе. Мягко ложится на лица, скользит по широким складкам с одежд, образуя в них тени. Поток света задерживает сложную конструкцию рамы и традиционные голландские витражи. Возле окна стоит стол, на котором можно разложить ноты для занятий музыкой или накрыть его яствами, подготовившись к встрече гостей.
Героиня произведения, молодая женщина с кувшином у окна, своей задумчивостью вызывает интерес и симпатию. Мир вермееровских персонажей тем и привлекателен, что на их месте человек любой эпохи может представить себя. Что происходило бы внутри каждого из нас, будь он на месте молодой женщины? Вероятно, мы перебрали бы в голове предстоящие домашние заботы дня или погрузились в свои мысли, мечтая о долгожданной встрече с дорогим человеком. А может быть, в действительности женщина и не задумалась, а просто механически двигает одной рукой оконную раму, а другой кувшин. Но с другой стороны, зачем совершать два сложных действия одновременно? Ведь кувшин тяжел, для его переноски даже приспособлен широкий поднос. Особое настроение создают разнонаправленные ритмы темных пятен фигуры и рук на фоне светлой стены. На картине «Урок музыки» изображены играющая девушка и мужчина, слушающий ее настолько внимательно, что кажется, будто он боится упустить звучание даже одной ноты. О сути происходящего несложно догадаться, даже не зная названия работы. При взгляде на напряженную позу героя сложно представить себе, что он лишь гость, для наслаждения которого музицирует хозяйка. Нет, он, конечно же, преподаватель, проверяющий качество игры своей ученицы. В произведении с легкостью решена непростая задача – передача глубины пространства за счет деталей разных планов. И найдена гармония ритмического взаимодействия двух фигур. Но такого ощущения найденности образа, как в однофигурных композициях Вермеера, у зрителя не возникает. И действительно, можно с легкостью представить даму одну, без мужчины. И наоборот, настолько спокойны их позы, говорящие о том, что каждый погружен в себя и музыку. На холсте «Дама в голубом», читающая письмо, вновь запечатлена одинокая героиня, читающая письмо незримого собеседника, уходя в мир его мыслей. Рядом с ней никого нет, и ей не нужен чепец, который скрывал бы ее волосы от посторонних глаз. Излюбленный светотеневой прием художник на сей раз применяет не на стене, а на висящей карте. Необходимо отметить, что круг сюжетов основных произведений Вермеера узок. Он, в отличие от фламандских и итальянских мастеров, изображавших в своих многофигурных полотнах активное действие, в основном показывал мир созерцательный. На картине «Девушка с лютней», как это почти всегда бывает у живописца, героиня находится у окна. Она напряженно смотрит на улицу, будто пытаясь понять, слышна ли там ее музыка. Композиция так жива и динамична, что возникает вопрос, почему же остальные изображения стоящих у окна женщин кисти Вермеера интересны, несмотря на то, что спокойны? Ответ прост. Потому что в произведениях мастера окно также является действующим героем. Ведь именно к нему поворачиваются персонажи, чтобы падающий свет помог прочитать письмо, увидеть глаза собеседника, как в офицере и смеющейся девушке. Или перелить молоко так, чтобы не пролить ни капли, как в молочнице. Вот и девушка, смотрящаяся в зеркало в работе, жемчужное ожерелье, стоит рядом с окном. Оно и в этом случае играет активную роль, выгодно освещая лицо любующейся на себя красавицы. Полотно «Женщина, взвешивающая жемчуг» как нельзя лучше подходит традиционное для голландской живописи аллегорическое прочтение. Считается, что действия героини с весами в руках созвучны картине страшного суда, расположенной на заднем плане. Перед нами живописное воплощение популярной в то время темы «Суета-сует»
и все суета. Книга Экклесиаста. Зеркало усиливает эффект символического замысла композиции, раскрывая суть происходящего в душе женщины. Так же, как смотрится в зеркало, желая увидеть недостатки и достоинства внешности, она мысленно взвешивает свою жизнь, проверяя, по какую сторону от Христа окажется судный день. Предложенная трактовка сюжета выглядит тем более справедливо, что на всех ничего нет. Сей факт был установлен социальной экспертизой. Может быть, погрузившись в раздумья, героиня случайно увидела весы на столе и взяла их в руки, представив, как Христос положит на разные чаши ее добрые и греховные поступки. Названа же картина так в связи с тем, что на столе лежит жемчуг, и поначалу объяснение действиям женщины напрашивается само собой. Знаменитый портрет «Девушка с жемчужной сережкой» покорил своей доверительной интимностью сердца множество любителей искусства. Темный фон выгодно подчеркивает бархатистость кожи молодого лица юной героини и сияющий блеск в глазах. В работе концерт, как и в уроке музыки, зритель вновь встречается с музицирующими людьми, фигуры которых освещены светом из окна, льющимся на стены, пол и окружающие предметы. Красочной массивностью на фоне черно-белых плиток пола звучит угол стола, покрытого ковром, отдаляя сцену с героинями вглубь холста. Девушки играют без чепцев, мешающих движению. Но на этот раз нет никаких намеков на то, что у них могут быть непристойные помыслы. Одно из двух. Либо автор просто хотел подчеркнуть красоту одухотворенных личностей, издающих чарующие звуки, либо пытался показать их близость, ведь музыка стирает границы общения. В данном случае исследователи сходятся во мнении, что этой картиной Вермеер желал сказать о благотворном влиянии музыки на душу человека. Не в пример ему в произведениях Яна Стена, Франца ван Мириса старшего и Габриэля Метсю музицирующих персонажей сопровождает скульптура Амура, которая должна предупредить зрителя, здесь имеет место быть любовное обольщение. Словно в театре откинут занавес, приоткрывающий вид на художника за работой и его модель на полотне аллегория живописи. Здесь присутствует множество не связанных общим предназначением предметов, что сразу наводит на мысль об их аллегорическом значении. И это действительно так. Например, абсолютно ясно, что мастер пишет с натурщицы музу истории Клио, о чем свидетельствует венок на ее голове, означающий славу, труба в руках и книга Фукидида, символ истории. Почему именно Клио? В те времена наиболее предпочтительным жанром живописи был исторический, венок с изображением которого начал свою работу, представленный в аллегории живописи художник, может символизировать все полотна самого Вермеера, которые венчают, как он надеялся, слава его отечества. За спиной Клио красуется карта Голландии с подробными картами отдельных городов. История этой страны – еще один повод для гордости ее обитателей. По мнению исследователей, Вермеер надеялся на то, что его поймут правильно, так как верил, что принесет славу своей стране. Если это действительно так, то в одном он точно не ошибся – в высокой оценке собственного таланта. Помимо всего остального, восхитительные полотна мастера действительно привлекли внимание всего мира к его родине. Портрет девушки в красной шляпе – один из женских погрудных портретов Вермеера. Темный фон, интригующий взгляд модели, поворот шеи, приоткрытые блестящие губы – все так же, как и в девушке с жемчужной сережкой. Романтичность образа нарушает плоская красная шляпа, придающая внешнему виду героини мальчишеские черты. Только горящие бликами
Огромные жемчужные серьги не позволяют зрителю ошибиться. Это украшение, кстати, видно на всех женских персонажах Вермеера, если только на них не надет чепец или их уши не закрывает прическа. Парной к этой картине считается девушка с флейтой. Обе написаны на дереве, имеют одинаковый формат и созданы примерно в одно время. Однако недостаточно виртуозное исполнение девушки с флейтой заставило исследователей выдвинуть гипотезу, что полотно принадлежит не Вермееру, а кому-то из его учеников, которые, по всей вероятности, у него были, хотя точных данных на этот счет не имеется. В портрете молодой девушки, так же, как и в девушке с жемчужной сережкой, темный фон словно дышит глубиной. Он плавно сливается с цветом волос изображенной, а светлая ткань, спускающаяся в виде шлейфа с ее головы, придает особую таинственность образу неизвестной. Ее обаятельная полуулыбка напоминает Джоконду Леонардо да Винчи. Если бы не живость, сияющим блеском глаз, выдающих задоринку в характере нежной особы. Художник так умело передал эти качества, что почти незаметными стали некоторые недостатки ее внешности. Неизящная линия бровей, слишком широкий лоб и узкий подбородок. Девушку нельзя назвать красивой, скорее миловидной. Искренняя доверчивость, чуткость и открытость, светящиеся в глазах и улыбки, подчеркивают ее привлекательность. Темный фон на сей раз на полотне «Дама и служанка с письмом» с особенной нежностью подчеркивает тон кожи и яркость одеяния хозяйки, поглощая фигуру служанки в скромном коричневом платье. Жестом руки главная героиня выдает волнение и трепет. Эта картина так и осталась единственным известным случаем, когда в двухфигурной композиции Вермеер поменял любимую освещенную дневным светом из окна стену на абсолютно глухую темную. Примерно тогда же мастер изменил и теме дам, стоящих в задумчивом одиночестве с письмами у окна. Здесь он с большей силой интригует зрителя, вводя дополнительного персонажа – служанку. Женщины в произведениях Вермеера – это прекрасные чувственные создания, музицирующие или погруженные в чтение писем от близких. Однако в двух единственных случаях портретного изображения мужчин, напряженно работающих с научными инструментами, зритель видит отважных, стремящихся делать открытия и мечтающих о подвигах во славу родной страны людей. Возможно, создать собирательные образы из астронома и географа мастер захотел под впечатлением от личности своего знакомого Левенгука. На переднем плане обеих картин на столе зритель видит уже знакомые по другим композициям складки толстого узорчатого ковра. Интересно, что на полотнах с изображением женщин своей тяжестью они выгодно подчеркивают изящность их фигур, а здесь силу порывистой мысли открывателей. Перечень работ Вермеера со сценами, связанными с письмом, немал. Многие из них с явно романтическим подтекстом. Но только в названии картины «Любовное письмо» автор прямо заявил об этом, не забыв, однако, подчеркнуть свою идею с помощью деталей интерьера. О чем пойдет речь дальше. Стоя перед полотном, зритель чувствует себя неловко. Он словно внезапно застигает растерянную женщину, которой совершенно неожиданно для нее вручили письмо. Причину ее смущения нетрудно угадать. Послание от мужчины значит, что когда-то дама дала повод к его написанию. Красноречив молчаливый диалог служанки и ее хозяйки. Тонкий психологизм, характеризующий представшую перед зрителем немую сцену, снова убеждает в высочайшем мастерстве Вермеера, наделяющего своих персонажей индивидуальными чертами.
Белевая корзина, щетка и туфли свидетельствуют о домовитости женщины и верном выборе ее воздыхателя. Серьезность намерений со стороны обоих автор подчеркнул, введя в композицию две висящие на стене картины с тихими пейзажами, на которых нет ни бурь, ни грозовых облаков. Кстати, помимо Вермеера, сходный прием использовал Мецю в «Женщине, читающей письмо», и «Мужчине, пишущем письмо», написанных около 1666-1667 годов и хранящихся в собрании сэра Альфреда Бейта в Ирландии. Мастерство художника демонстрирует изящная лепка лица, склонившейся над работой героини кружевницы. Вихрящиеся мазки хорошо передают фактуру тонких спутанных нитей на переднем плане. Очарующие своей мягкостью темно-русые волосы написаны плавными касаниями кисти. В очередной раз свидетельницей переписки хозяйки становится служанка в картине «Ответное послание». В разных источниках название произведения отличается. Иногда его называют просто «женщина, пишущая письмо, и ее служанка», не строя домыслов относительно сюжета. Поза служанки, с нетерпением посматривающей в окно, словно говорит о ее сочувствии адресату, который очень ждет скорого ответа. Но кто знает, быть может, хозяйка гораздо смелее, чем кажется, и не отвечает, а первая пишет мужчине. Служанка же с удовольствием поддерживает ее в этом. Огромное поле для различных догадок относительно содержимого послания оставляет помещенный автором на задний план картина «Дочь фараона находит младенца Моисея». Вероятно, в письме выражается надежда, что божественное провидение не оставит того, кому оно адресовано. Таким образом, женщина духовно поддерживает своего невидимого собеседника, веря в защиту и покровительство всемогущего Бога. Нежно сочится через тонкую занавеску свет, скользя по стене и плиткам пола. Однако Господу до адресату ведомы слова, которые тщательно выводит женщина на сияющем белизной листке бумаги. Смелая композиция девушки, играющей на гитаре, вызывает несколько недоуменных вопросов. Кому обращается героиня, так заманчиво улыбаясь? Почему она изображена в свободной раскованной позе у края картины, за которым не виден ее незримый собеседник? Для чего ее локоть срезан краем полотна? Несмотря на возникающие вопросы, известно, что у произведения не было пары, иначе вместе с остальными она бы значилась в документах вдовы Вермеера о продаже. Единственное, что можно предполагать, дарование художника сделало его настолько смелым экспериментатором, что он использовал любое средство в стремлении максимально создать нужный ему образ. В картине «Дама у Вирджинала» женщина стоит спиной к окну, в отличие от большинства других героинь Вермеера. Но и здесь мастер снова применил свой излюбленный прием шахматного чередования освещенных погруженных в тень поверхностей. Лицо дамы выигрышно смотрится на фоне картины и рамы, которым для этого найдено особое место. Однако, несмотря на это, для данной композиции, в общем, характерна большая раздробленность в сравнении с другими работами Вермеера. Много места отведено картине с амуром на стене, что наводит на мысль о ее символическом значении в композиции. И зрителю совсем не безразлично это значение, из-за того, что женщина смотрит прямо и будто специально исполняет музыкальное произведение, ее душевное состояние начинает представлять особенный интерес. А полотно с амуром удовлетворяет его, становится понятно, что девушка влюблена. Наверное, это первая в ее жизни любовь. Дело в том, что картина в
картине полностью повторяет композицию гравюры Отто ван Вена. Настоящую любовь можно испытывать лишь к кому-то одному. Из книги, в которой имелись изображения с подписями и разъясняющие общее содержание тексты. Голландские живописцы, в том числе и Вермеер, часто использовали в своих произведениях картинки из подобных книг, желая заинтриговать зрителя загадками. Так же, как и в предыдущей работе, героиня полотна, дама, сидящая за вирджиналом, играет, обращая взгляд на зрителя, что особенно характерно для портретного жанра. Но неудачное нагромождение предметов словно сбило с толку художника, привыкшего скупо и лаконично изображать интерьеры. Вот почему в этом произведении Вермеера не чувствуется остроты предыдущих. Темные складки занавеса словно приоткрывают перед зрителем сцену, происходящую в глубине картины «Аллегория веры». Смысловой строй композиции начинает свое развитие в центральной нижней части полотна, где изображена змея, придавленная камнем. Так Христос даровал миру веру и возможность соединяться с собой в таинстве Евхаристии. Спаситель также дал людям любовь. Выразителем любви ко Христу распятому и в то же время олицетворением премудрости является Иоанн Богослов, показанный на картине «Распятие», висящей на стене. Премудрость подается человеку самим Богом, поэтому над евангелистом висит стеклянный шар, завершающий собой смысловую диагональ композиции. Итак, мудрости мир может достичь через веру и любовь ко Христу. Поза женщины, прижавшей руку к сердцу и всем своим телом и взглядом устремившейся к распятию, означает порыв к Господу. Она олицетворяет веру мира в своего Спасителя, то есть мир должен веровать так же сильно, как она показывает это зрителю. Героиня властно придерживает глобус, так императрица держит ладони держав. Глобус готов скатиться с подиума, но благодаря вере остается на месте. Вот и судьба реального мира зависит от того, насколько сильна будет в нем вера. А с другой стороны, ее жест бережный. Вера, будто мать, закрывает земной шар юбкой. Это аллегорическое полотно Вермеера не признается исследователями верхом совершенства. Закатившиеся глаза героини у неподготовленного зрителя вызовут сочувствие к несчастной, а не мысли о высоком. А поза женщины, призванная показать ее экстаз, способна натолкнуть зрителя на мысль, что она почувствовала себя неважно. Со свойственной ему маэстрией жизнеподобия художник поместил аллегорию веры в голландский интерьер. Но реалистичность обстановки не подходит для символического образа и больше соответствует для изображения дам и кавалеров бюргерского сословия XVII века. Замысел полотна для неподготовленного зрителя нуждается в обязательной расшифровке, иначе его образный строй остается непонятным. Несмотря на некоторые погрешности последних работ Яна Вермеера, мастер признается исследователями искусства единственным, в творчестве которого встречается такой высокий процент шедевров.